друзья! Привет, гости и обитатели Таркова! Сегодня мы находимся в гостях прославленного завода Дегтярева, знаменитых оружейников Ковровского. И Владимир сейчас расскажет нам, какое вооружение мы сегодня будем отстреливать. Владимир, расскажите. Добрый день, Вадим. Сегодня мы вашему вниманию представим несколько образцов стрелкового вооружения, которые серийно изготавливаются на нашем предприятии, а именно на заводе имени Дегтярева. У меня в руках 9-миллиметровый пистолет-пулемет «Каштан» под патрон 9 мм. У вас в руках автомат АЕК-971 в калибре 5,45. Дальше наблюдаем 12,7-миллиметровый пулемет «Корт» на установке и стойке. Сегодня вам предоставится возможность поработать с него не только со стоечки. Мы его поставим на сошки и произведем огонь с сошки. Я хотел обратить внимание на то, что это единственный пулемет в мире, который может вести огонь с сошки в калибре 12,7 мм. Поедем дальше. Пулемет «Калашников» модернизированный, ПКМ. Сегодня он вам представлен на станке Степана для удобства стрелка. Далее 7,62-миллиметровый пулемет «Калашникова» пехотный печенек. Винтовочка 12,7-миллиметровый АСВК «Корт». Думаю, вы с ней тоже знакомы. 7,62-миллиметровый автомат АЕК-973. Круто, ребята! Мы начинаем запись. Как всегда, вы видите, мы запись обычно проводим зимой. В мороз, по-другому мы не можем. Вы спросите, почему? Это мы вам расскажем когда-нибудь. Давайте посмотрим, как пишутся звуки. Работаем. Thank you.
Отлично.